Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем мы проходить Рататуй. В общем, мы остановились с вами на том, что нам надо приготовить, в общем, всякие там блюда. Я просто в прошлую серию уже это устал, поэтому у меня уже сил не было играть. А теперь попробуем заново. Так, правильно. Да нет же, блин, не тут ты берешь. Нет, вот это все правильно. Вот это. Да блин, нет. Ну правильно. Все. Дальше нам надо сейчас что сделать? Торт, да? Да, по-моему, торт. Да знаю, я знаю. Так. Вверх. Вниз. Вверх. Лево. Лево. Вниз. Лево. Лево. Вниз. Право. Лево. Вверх. Право. О, успел. Право, влево, вверх, право. Вниз, вверх. Блин, неправильно. Ты черт. Да я ж правильно нажимаю. Я бы сейчас нажал правильно. Блин. У меня глаза расплываются от такого быстрого. Черт. Есть. Куда дальше? А, дальше суп готовить надо. Тут самое. Так. Успел. Так. Ага. Блин, не успел. Да блин, я ж правильно нажал. Да блин. Да блин. Успел. Да ё-моё. Успел. 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 Чёрт, а. Просто времени не хватает. В чем я не знаю, мне это такие моменты не очень нравятся. Мне надо перезапустить это. Так, так.
ничего. Я ж правильно нажал, Вверх. Право, влево, вниз. Право, вниз, вверх, вверх, вправо. Есть. Суп. Вот. Так. Где? Блин. Где это? Да твою мать. Просто я на геймпаде играю, поэтому вот это направление немножко другое. Есть. Все. Я лучший повар в округе называется. Там потом будет сейчас еще через одно испытание будет еще повар. Я побуду еще поваром. Лежит вот там. Достань его и принеси мне. Смотрим. Ну только осторожно. Кое-кто наверняка захочет украсть его. Не беспокойся, я справлюсь. Так, ну что? Вырезаем. Ура!
Опа. Блин. Вот ненавижу такие моменты, когда тут... Ага. Нет, только не падай, пожалуйста, я тебя умоляю. Я не понимаю, почему я не могу. Мне надо. Отлично. Вот он ключ. Тут этот краб. Сейчас я тебя динамитом поджарю. Так главное, чтобы в руках не взорвалась. Ключи. Пожалуйста, воду не клади. А там еще один. Могу донести, вот, интересно. Это, по-моему, опять готовить надо будет. Лишь бы вот это вот место пройти, оно самое долбанутое, наверное, в этой игре. Опять готовить. Теперь 4 блюда. Ну, заходи. Уф. Сказывает, что я сейчас не успею.
О, еле успел. Так. Есть. Куда тут теперь? Теперь стук. Так. Так, стоп. Блин. Где? Да блин. Так. Давай. Где? Вот. Где это? Да блин, не то. Да блин, нет. Не то ты нажимаешь. Давай. Морковка. Так, блин, вниз. Есть еще капельку времени. Можем успеть только. Так, куда теперь идти-то? А куда теперь идти? Куда идти-то? Блин, ну удаёте. А, вон. Вот. Не факт, что сейчас успею, потому что... Не, я сейчас точно не успею. Ну! Ну давай! Ну! Ну давай, чё ты? Есть! Фух, еле успел. Так, что теперь дальше? Надо. Надо дальше башку, я надо срочно дорабиться. Молодец, Реми! Теперь нужно взять то, ради чего мы пришли. Еду! Ты знаешь, что делать. Просто подавай сигналы. Опять с этой веревкой. Не, ну я примерно понял, как это. Ну,
Так. Вот. Блин. Так, что на этот раз стреляй по... А, это я кусочками лишь, чтобы сбить их вниз. Попытаюсь добыть как можно больше еды. Еда, которую нужно сбить, показана в нижней части экрана. Используй кнопки нападения, чтобы преследовать. Нажми на кнопку прыжок, чтобы преследовать. Так. Ага, арбуз. Арбуз. Так. Вот что такое? А, вот. Рыба. Так, а это, ага, вот. Что на этот раз помоги своим друзьям выбраться незамеченно. Опять в правом верхнем углу экрана появляются кнопки. Нажимай на кнопку мгновения, и твои друзья благополучно убегут. Блин. Ну давай уже. Время кончается. Все, что? Чуть времени закончилось. На моей кухне. Уйдешь, не уйдешь. И что будешь делать? А, надо убегать. Тоже было такое. Мне вот это нравится. Больше нравится, чем всякие вот эти. Остальные мини-игры, так сказать. Блин. Убегает банок, прячься. Блин, стоп. Ну ты чё? Ты же поймает. А куда там бежать? Там некуда бежать. Да твою душу. Там некуда бежать. Ну чё ты убил? Это-то, блин. Да что ты делаешь-то? Ну и управ... Да хватит уже. Ну что ты ударяешься, а? Я не понимаю. А-а-а, вон куда там надо бежать. Вот чё он ударяется?
Давай. Ну не ударяйся ты, ты ему... Вот сюда надо бежать. Чёрт! Вот. Вот так и нужно было. Блин, нет! Нет! Теперь ненавидеть уже начинаю, потому что здесь банки. Ну ты чего? Давай! Там постоянно об этом ударяется, как это назвать? Фигню. Не до шуток. Вот так и нужно было. Капец, а! Ладно. Хрен с тобой. Уф. Что я там пропустил, что ли, что-то? Странно. Так, в канализацию опять. А, это опять это? Понял. Так, как там ускоряться-то? А, вот. Тут уже посложнее маленько. Ну конечно, вот такие моменты я очень люблю. Надо притормозить. Тормози, 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 я сказал. Помедленнее, пожалуйста. Ура! Есть. Ну вот зачем ты на ровном месте падаешь, а? Что делаешь? А? Ускоряйся. А, ну конечно, да. Давай, давай. Ну, давай. Да ты чё, нет? Чуть не упал. Вот. О! Оказывается, сюда можно было? Есть! Так я же здесь был. Thank you.
Айдя. Зонь, а нет, не зонтик, это динамик, блин, я уж путаю. Реми, сынок, у меня к тебе дело. Папа, я больше не хочу воровать. Это не грабеж. Мы собираемся на центральный рынок Парижа. Сегодня завоз. Нельзя упустить такой шанс. Ну ладно, папа, но это будет в последний раз. Будь осторожен, сынок, не попадись. Куда опять они попадаться? Это, друг мой, то место, где растет вкусная еда. Рынок. Но будь осторожен, если тебя поймают, это будет полный рвар. Здесь у нас рыбные ряды, здесь булочные со свежими круассанами. И как его, лебуше, мясовник, мясовик, мясник. Ну что, молами, за покупками? Идите в задницу. Мне не нужны пока. Так, там звездочки вот есть. А ведь еще кто меня бросил? Давай, почти уже. Начать эпизод. Зачем мне начинать эпизод? Подожди-ка. Никуда идти-то надо. Не, мне надо туда идти. Я эти эпизоды проходить не буду. Вот мне сюда идти надо. Бери сыр. Реми, выручай. Найди свечу зажигания и принеси мне. А зачем тебе? Надо завести подъемник. Хорошо, принесу. Что за зажигание, значит? Это что такое? А, вот она. Стой, зараза. А да блин. Стой. Стой, сказал. Блин. Да блин, не один другой. Иди, иди сюда. Быстрее давай.
Дальше, да. Куда вы меня хотите запихнуть? Непонятно. Вот ты. Слышь, Реми, ну чё, поможешь мне? Нужно подтащить еду к краю, чтобы мы могли ее сбросить. Ух. Надеюсь, собак там не будет? Не, ну ты чё? Хотя там люди. Ну ты понял. А, ну раз собак нет, значит это проще простого. Не скажи. Интересно. А, вот же. Давай. Нет, это не то, о чем я думаю. Да. Давайте тогда искать. Ну что ж ты падаешь-то все время? Такое. Можно вернись. Так.
А, отлично вообще. Нет. Так. Что это скинули? Я никуда запрыгнуть не могу. Нет, ну блин. Чего тут ложку не поставили, не положили? А нет, живот положили. Ладно, хорошо. Тогда куда не шло. Очень интересно. Здесь я точно не могу. Да не то ты берешь. Да ты не ложку, блин, бери. Давай, иди сюда. И... Только немножко, видимо, по-другому надо это сделать. Так, мне нужно сейчас тут нитка будет. Давай. Бери. Отлично. Куда ж тут?
Ты, блин, беги! Куда ж тут? А, нет, все-таки вниз, да? Уходите, умоляю. Есть. Ну и теперь обратно к нему, да? Да не то ты делаешь. Где этот? Иди в задницу. Так. Да куда ж тут, а? Что мне нужно-то? Вот же, по идее, но это не то. Вот. Почему куда-то показываете? Так, все почти готово. Осталось провернуть одну хитрость. Ох, не люблю я хитрости. Беги за старушкой и сбрасывай еду к ней в корзину, а мы ее стащим. То есть сначала мы воруем еду с рынка, а потом крадем ее у старушки? Гюсто мне этого не простит. Это кто такой? Ну, это шеф-повар. И он... Ладно, забудь. Если ты в чем-то сомневаешься, спроси у отца. И что ты встала? А, вот оно что. Так, сейчас тогда. Куда это меня закинуло? Блин, а ну что тут фигня-то вообще? Куда пролезть вообще?
они туда не полезают? Нужно тогда... Так вот. Нет. Вот давай, во. Собирался. Я хотел другой. Блин, нафига ты упал-то? А ладно, все равно это. Сколько еще долго продукты будем ей подбрасывать? Так. Так, давай смотреть. Я лучший крыс!
Текс. Отлично сработано, Реми! Теперь осталось главное — унести добычу! Ты знаешь, что делать? Подавай ребятам сигналы! Ясно. Опять ребятам сигналы подавай. Какие сигналы? А, опять в мини-игре. Ладно, давай попробуем. Блин. Да блин. Да я ж правильно сделал. Не понял. Что-то за... Блин. Дальше. Повтори комбинацию цветов, нажимая на нужные кнопки. Цвета появляются в верхней части экрана. Используй кнопку ускорения и кнопку юг, чтобы нажимать на кнопки. Чего? Управляй персонажами с помощью кнопки управления. А, подожди. Вот. Странно тут сделано. Так, это... Надо так. Это так, и получается... Это синий, ага. Блин, не то. Вот так надо. Так, это синий. Желтый, правильно, это... Вот синий. Так, а время сейчас закончится. Не, все правильно. Да блин, не то, вот. Ну. И что ты меня не засчитываешь? А, вот так. Get out of here.
Не, ну это очень сложно. Блин. Блин, не успел. Фу! Я не успел. Ура! Ладно, попробуем еще раз. Да ё-моё. Чёрт! Вот оно. Так, давай. Синий, желтый, правильно. Еще тут правильно. Да ё-моё, нет, всё правильно. Вот. Так. Ну и... Да блин! Здесь жёлтый. Да твою душу! Ну а чё тебе ещё не нравится? Я не понял. А, вот. Так, это... Да не то ты делаешь, блин, а! Так, это... Ну-ка, да. Ага. Так вот. Желтый, красный. Так. И последний, что ли, раз. Все. Опять веревка. Только могу я не успеть сейчас здесь. Если я не успею, это будет обидно очень. Thank you.
Все, сперли еду. Опять убегать надо. Чёрт! Козёл. Нет! Иди ты нафиг. Чёрт, хрен ты упал-то, блин. Не падать! Я же сказал, не падать! Еще падать умудряется. Не нужно мне вместе. Черт. Беги, беги. Опять в том же месте упал. Да, вот давай еще здесь упади. Да твою ты душу, а что ты делаешь со мной-то, а? Падай. Так. Что дальше? Что дальше? Нет. Пойди давай. Уже страшно. Блин, поймал, падла. А нет, не сначала. Ладно, сначала, хотя не особо ты... Да блин, это когда-нибудь кончится, а? Мне уже кажется, мозоль на пальце. От того, что я... Это... Ты как ты меня поймал, падла? Ну вот куда ты упал? Куда ты упал? Thank you.
Да это вообще возможно пройти. Он же ловит меня на каждом шагу. Да твою... Ну давай, беги. Сохранение. На этом мы закончим, пожалуй. Ладно, в общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорых встреч.